ничего не буду. Сынок, что ты там улыбаешься? Значит, хороший вам совет. Я не дам. Так как ребенка пришла беда, как она будет дальше развиваться, я не, тоже не могу сказать, и никто не знает. Но я вам просто порекомендую. Я вот взял перекись водородом. Я по любой возможности, да, я попросил на руки. Вы когда-то научитесь серьезности. И что ж вы за народ такой, а? И вот так я вам покажу при вас вот и пару прысканий в рот. Берегись водорода, да. Правда, сейчас ее в аптеках, я сегодня был. Если можно больше. Забрали быстро. Но есть бутылочка перекись водорода, да? И есть такие пустые емкости. Покупаешь за 6 гривен перекись водорода, переливаешь сюда, брызгаешь и все. Перед контактом или после контакта брызгаешь это перекись водорода. Ну и куда? Контакт третьей степени. Что вы говорите? Спасибо большое. Меня поддерживаете. Я вам даю совет хороший.